20 февраля в полицию Лесосибирска поступило сообщение от местного жителя, что его КамАЗ, припаркованный возле дома, угнали. Угонщик КамАЗа был задержан в Красноярском крае по горячим следам. Оказалось, что 24-летний безработный житель Уяра приехал в Лесосибирск к родственникам. Во дворе их дома он увидел КамАЗ и решил его угнать, чтобы вернуться в родной город. Возбуждено уголовное дело по факту угона.